да. Спасибо большое. Пожалуйста. Девушка, осторожно! Автомобиль, отойдите, девушка! Аккуратно! Машина, девушка! Я же говорил, машина. Ну, вы даете. Это вам. Спасибо. Что ты делаешь? Это Туля? Моя квартира, ты не забыла? Твоего здесь ничего нет. Убирайся, я вызову полицию. Да пошла ты. Нет, это Наташины вещи, ты не имеешь права. А Наташка кто? Она моя дочка, значит, ее вещи это тоже мои вещи. Я буду приходить, когда захочу и сколько захочу. Нет, нет. Тихо, 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 тихо. Соседи, услышь, тебе ж потом стыдно будет. Дай денег, я уйду, дай денег. Откуда у нас деньги? Шик в своей пивнушке. Я найду. Так. А, нет, а. Нет, нет. Да пошла. Опаньки. А говорил, нет денег. Это тебя в твоей библиотеке так научили врать. Я предупреждал уже тебя. Так, слушаю сестринский блок. Старшая медсестра Корнеева, прошу вас. Юрий Николаевич, а у нас все в полном порядке. Нет, конечно, существует определенная текучка, но мы справляемся. Заказы на препараты я сделала вчера. А у меня другие сведения, Инна Григорьевна. Больные жалуются на невнимательность, на грубость сестер. Вот кто вчера ставил капельницы в пятой палате? Ну, я. Ну, а я, Инна Григорьевна, видел последствия. У всех трех больных отеки и гематомы. И это ваша вина. Именно ваша, Корнеева. Вы бы поучились у Коноплевой. У меня были некачественные иголки. Я вам сколько раз говорила, что нам поставляют всякий хлам. Правда? Но ведь Коноплева пользуется такими же системами. В общем, так, Инна Григорьевна, у меня вчера была целая делегация больных, и они убедительно просили Инну Григорьевну не назначать вас на дежурство, а ваши палаты передать Коноплевой. Только не надо, знаете, вот не надо сейчас ухмыляться. Я вам делаю пока устное замечание, но очень прошу это учесть. Летучка закончена. Всем за работу. Николай Николаевич, зайдете ко мне в кабинет? Кабинет одня не хочу. Там у Савельева результат пришел. Сейчас... Выслуживаешься, тварь. Инна Григорьевна, ну вы же знаете, что пациенты правы. Ну хотите, я вам помогу с капельницами? Себе помоги. Боже, девочки, в кабинете. Да, я все сделаю. Да. Наташенька, приезжай поскорее. Мама без сознания. Ты не волнуйся, я около нее. Да, я сейчас буду. Инна Григорьевна, простите, мне бежать нужно. У меня с мамой несчастье. Я поменяю смены с кем-нибудь, с Леной. Совсем обнаглела? Идемте ко мне в кабинет. Да. Ольга Алексеевна, что случилось? Наточка, я иду, а у вас дверь открыта. Захожу, а она без памяти лежит. Но я скорую вызвала, я ее не поднимала. Говорят, до прихода скорой помощи трогать нельзя. Подушку. Да, подушку. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Давайте. На, родная. Помогите мне аккуратненько. Так, так. Сейчас, сейчас. Так, 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 так. Аккуратненько, так. Аккуратненько. Да, 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 дорогая. Держите. Так, сейчас. Давай, держу. Держу. Доченька уже на месте. Все в порядке. Олег Николаевич, здравствуйте. Это Наташа. Наташа Коноплева. У меня с мамой несчастье случилось. Можно я привезу ее к нам? Спасибо вам огромное. Я к себе ее повезу. Ага. Ой, Нат, не знаю, говорить тебе или нет. Я знаю, кто у нее был. Кто? Отец твой.
Тихо, тихо. Он такой грязный, страшный такой. Да, видать, западуна. Он недолго был, а потом во двор выскочил, а там его ждала эта. Жена его новая, да? Она, да. Такая же, как и он, видать, на помойке нашел. Скорая. Господи, Валюш, милая, ну вот скажи мне, что этим мужикам надо еще, а? Ну что? Ну что, вы медик, поэтому скажу, как есть. По всей вероятности, ваша мама перенесла сильный стресс. Нет, инсульта нет, это я могу гарантировать. И когда она проснется, речь должна восстановиться. Спасибо вам огромное. Погоди, погоди с благодарностями. Понимаешь, меня смущает, что у нее нет чувствительности в ногах. Я знаю случаи, когда сильный стресс приводил к частичному параличу. Ну, конечно, мы проведем дополнительное обследование, но пока обнадежить я тебе ничем не могу. Как? Как? Она же абсолютно здоровый человек. У нее никогда не было проблем со здоровьем. Она Наташа, работает. Наташа, успокойся, прошу тебя. Дело в том, что нервная система любит преподносить сюрпризы, причем не очень приятные. Так, у вас дома есть кому за ней присмотреть? У нее только я. Да, ну что ж. Давайте подержим здесь ее у нас, хорошо? Ну, а там посмотрим. Ой, Наташи меня нет. Наташ, кстати, вы когда дежурите, у меня всегда хорошее настроение. Не преувеличивайте. Ну почему встали? Вам лежать нужно. Я так устал лежать. Наташ, а вы чего сегодня такая хмурая? Не улыбайтесь. А это что такое? Вы бы бросали эту дрянь кушать. Ой, да я брошу. Только не на кого. Чего случилось у вас? Обидел кто? Вы мне только скажите. У вас своих проблем достаточно. Да мне-то как раз своих-то и не хватает. Я вам потом расскажу. У меня еще 3 капельницы. Сестра. Что такое, Корнев? Дайте укол. Мочи нет. Вам же только что кололи. Час назад. Не знаю, что она колет, это стерва. Может, воду? Мне же зав. Отделение прописал. Сил больше нет терпеть эту боль. Я сейчас узнаю, я быстро. Терпи, терпи, сейчас она придет. Подожди, я тебе перезвоню. Инна Григорьевна, скажите, а какое лекарство вы поставили Корневу? Это как это понять, какое? Какое надо, такое поставил? Ты что у нас? Бюро расследований, что ли? Но вы уверены, что именно то, которое нужно? Просто ему прописано очень сильное обезболивающее, но оно почему-то не действует. А то я не знаю, что ему прописано. Тебе что, делать нечего? Иди давай. Это у вас в сумочке лекарства Корнева? Тебе показалось. Значит, вы выносите лекарства? Ну, допустим, выношу. А ты не выносишь? Нет. Конечно. Зачем тебе выносить? Ты ведь у нас в любимчиках у начальства ходишь. Может, он тебе из своего кармана приплачивает за отдельные услуги? М? Вы понимаете, что вы украли лекарство у больного? Он сейчас там лежит и скрипит зубами от боли. А ты мать Тереза, да? Ты за всех болеешь. Давай, беги. Доложи начальству. Я не буду никому ничего говорить. Но вы вернете лекарство в процедурную и пообещаете мне так больше никогда не делать. Обещаете? Конечно. Обещаю.
Да, пап. Да, еще сплю. Я же не спрашиваю тебя, где ты вчера был. Я не хамлю. Да вы просто задолбали уже своими нотациями. Я взрослый человек и не обязана отчитываться, где я нахожусь. Что-то не нравится? Отказывайся от дочери, я отправляю ее жить на помойку. Эй, как тебя там? Вставай давай. Подъем! Ах так? Слушай, ты убирайся отсюда, чтобы больше духу здесь твоего не было. Ты что, сумасшедшая? Да. Да кому ты нужна? Да пошли вы все. Как я здесь очутилась. Чш, мамочка, не переживай. Все хорошо. Юрий Николаевич сказал, что все хорошо. А завтра тебя осмотрит лучший невролог. Нет, не надо. Само пройдет. У нас же совсем нет денег. Я получила премию и... Помнишь, я же откладывала на отпуск. Нам на лекарства хватит. А за палату не нужно платить. Юрий Николаевич сказал, что это квота для сотрудников. Наташ, у тебя совсем нет денег. Нас обокрали. Он забрал? Не надо, Наташа. Ничего, ничего, мам, я разберусь. Наташа, не надо, не ходи туда. Мамочка, ты что? Мамочка, тебе нельзя волноваться, ложись. Да, я все понял. Ну, знаете, я скажу так, это неожиданное предложение, но я не могу. Я не могу не согласиться. Да, да. Да, Василий Федорович, а вы что подумали? Нет, нет, ну что, я очень рад, что так все получилось. Правда. Да? Да. Хорошо. Ага, вот так вот. Договорились. Я на связи, Василий Федорович. Всего доброго. Угу. До свидания. Так, должен на некоторое время улететь. Включен в состав бригады медиков для поездки в Индию. У нас с ними договор о врачебной помощи. А как же? Не волнуйся, я отдам все распоряжения. Думаю, что руководство больницы пойдет навстречу нашей лучшей медсестре. А, кстати, о медсестре. Слушай, я давно за тобой наблюдаю, Наташ. Ты способная, профессию любишь, людьми ладишь. Из тебя хороший врач может получиться. Чего ты медсестра ходишь? Да как я сейчас буду учиться, когда с мамой такое? Деньги нужны. Придется, наверное, пенсию оформлять. А какая пенсия у библиотекаря? Ну, нужно держаться, Наташа. А насчет мамы, я с неврологом договорился. Это мой друг. Все сделает в лучшем виде. Спасибо. Угу. А чего ты приходила? Что-то случилось? Юрий Николаевич, я... хотела попросить у вас дополнительную ставку. Так. Знаешь что? Я сегодня как раз провожу совещание перед отъездом. Сделаем так. Мы твою просьбу обязательно рассмотрим. Угу. Сможем, что-то выкроем. Хорошо? Ну, иди работай. Для тебя сенсация.
на журавль улетает в Индию. Срочно поднимай все свои связи, ясно? Нужно, чтобы ты стал исполняющим обязанности заведующего отделением. Что-нибудь еще, Валерия Александровна? Бутылку. Конечно, уже несу. Типичный делириум тременс, пап. А? Поздно, Чкаль, да? Других слов у тебя для меня нет, да? А это не слова. Это диагноз. Белая горячка или белочка. Лечись, папа, пожалуйста, услышь меня. Я не алкоголик, я не алкоголик. Я в любую минуту могу это бросить. Я почему пью? Потому что у меня душа болит. Вы что, бросили все, нет никого. Папа, мне тяжело это говорить, но я поменяла дома все замки. Зачем? Не приходи к нам больше. Так, да, доча, мама, мама как? В больнице, в тяжелом состоянии, после твоего визита, между прочим. Ой, там на кухне чайничники поставишь, на кухне, там, на кухне, там. Дошла? Все нашла. Стаканчики. Я ухожу. Как, и чаек с папкой не попьешь? Пап, ты подумай. Я тебе всегда готова помочь. Ты... Я подумал, я создал. Все, я завяжу. Но не сегодня, в понедельник. Ну, честная пионерская. Здравствуйте. Здравствуйте. А, можно мне, пожалуйста, 2 круассана? Абрикос, шоколад? Вы знаете, не нужно. Извините. Я московский озорной гуляка. По всему Тверскому околотку в переулках каждая собака знает мою легкую походку. Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу. Для друзей, приятель, я хороший. Папа, можно тебя на минуточку? Excuse me, друзья, это дочка. Доча, а ты что здесь? Ты же вроде домой пошла. Верни, пожалуйста, мои деньги. Какие деньги? Которые ты взял у меня из кошелька. Я не брал. Ты что, доча, чтобы я взял твои деньги? А у тебя что, деньги вытащили? Папа, это была вся моя премия. А кошелек цел? Папа, мне не на что лечить маму, ты понимаешь это? А, так это, наверное, у тебя в автобусе вытащили. Там знаешь, какие мастера работают. Ты что, деньги из кошелька взяли, кошелек в сумку, и никто не заметил? Это переходит все границы. Действительно. Это переходит все границы, куда только полиция смотрит. Ну, Дося, ты иди, да? Будет трудно, приезжай к папке. Папка поможет. Родная кровь как-никак. Кто же, если не папка? Вот, на проезд. Это папкины деньги. Последний. Я пошел. Ребята, так что там? Thank you.
Смотри, прыгай. Сейчас спускаю. Спорим, спорим на 100 рублей, что она прыгнет? Не прыгнет. Да говорю тебе. Что она прыгает? Чего вы стоите? Что нам делать? Она все равно прыгнет, дура. Какой это подъезд? Вот, вот этот. Ты кто? Я тут простой человек. Хочешь, я тебе стихи почитаю? Какие стихи? Хорошие. Пушкина, Лермонтова, Бродского, Есенина. Кот ученый. Ходит вот себе кругом. Русалка на ветвях висит. Прямо как я сейчас. Я в школе отличницей была. А ты? Я нет. У меня тройки были по физике. А в меня физик был влюблен. Здорово. Пытался меня изнасиловать. Он думал, что так заставит выйти за него замуж. Идиот. Стой там, овца! Хорошо, хорошо, рассказывай. Рассказывай про роман с физиком. Роман? Какой к черту роман? Он пытался меня изнасиловать. Он думал, что папаша будет мою честь спасать. А папаша на мою честь наплевать. И только о себе беспокоиться. Кто они? Да папахи со своей этой звездой силиконовой. Мне все силы над тут. Да не улетит. А у меня папа алкаш. Настоящий. Не просыхающий. Маму бьет. Деньги все наши ворует. Классно, да? Весело. А ты вообще кто? Наташа. Медсестрой работаю. Слушай, медсестра, а давай вместе прыгнем, а? Вот смеху-то будет. Как думаешь, наши родители по нам плакать будут? Мой папа даже не прослезится. Ему плевать. Слушай, сними меня отсюда. Я высоты боюсь. Так чего ты сюда залезла? Я не знаю. Помоги, пожалуйста. Я сама не слезу. Так, так, хорошо. Ой, Наташа, все в порядке? Я волновалась. Пробки, мама. Так, Ваня, вот, прошу любить и жаловать. Это Наташа Коноплева, дочь нашей пациентки. И по совместительству, Ваня, лучшая медсестра нашей больницы.
Иван Павлович Якимец, невролог. Очень приятно, коллега. Мне тоже. Могу вас обрадовать. Угрозы инсульта нет. Вот. То, что я и говорил. То, что и говорил. Валентина Павловна, у вас замечательная дочь. Но, к сожалению, скажите, частичный пароз нам снять не удалось. Я сделал назначение, а уже завтра, после обследования, смогу сказать что-то конкретнее. Скажите, она... Ой, солнечный удар. Вы знаете, моя мама будет ходить? Пока я не могу ничего сказать. Да и никто не может сказать, к сожалению. Все это результаты стресса. Хотя бывали случаи, что повторный стресс восстанавливает моторику движения. Могу сказать только одно. Наши пациентки необходимо как можно больше положительных эмоций. Легкое дыхание. И позитивных жизненных впечатлений. Бунин, слушай, Ваня, легкое дыхание. Ты помнишь, а? Ну, это же потрясающе. На сегодняшний день для нее это самое главное лекарство. Спасибо. А, Вань, мне нужно, чтобы ты подписал пару бумаг. Да, пожалуйста. Зайди ко мне в кабинет. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. И не забудьте, что я вам сказал. Да, спасибо. Ну что? Ну, перестань. Со мной ничего страшного не случилось. Просто какое-то время не буду ходить, вот и все. Я попрошу Юрия Николаевича коляску. Мне так было приятно, что он назвал себя лучшей медсестрой больницы. Он очень меня поддерживает. Как отец родной. Была у него, у отца? Да. Он пить бросает. Я слышала, это 10 лет и 3 месяца. Видела ее? Нет, он один был. Если бы не эта женщина, он бы не пил и не бросил нас. Мам, не обманывай себя. Если бы не водка, не было бы этой женщины. А мы с тобой что, фантик, чтобы нас бросать? Мы две сильные, независимые женщины. И мы победим. Сначала в танцполе, потом в баре, потом в стрип-баре. В женском сортире не смотрел? Что говоришь? А в женском сортире не видел? Там, где кокс нюхают. Или на кухне, где из свежих трупов наших врагов варят, жарят и подают в виде бифштексов. Как все запущено! Что про трупы-то? Перепила, перенюхала? Ты сам-то трупом был хоть раз? Пока нет. Но обязательно буду. Лет через 70. Точно. А я была. Правда? Ну как? Смешно? Обхохочешься. Сам попробуй, трусы намочишь. Обещаю. Текилы хочешь? Нет. О, ну интересно. Отжил. Водки тоже не хочу. Послушай, Артур, ну ты зачем живешь? Ну, я не просто там отпить, отлить, поесть, покуркаться. Знаешь, Лерка, это вопрос не ко мне. Я в этой жизни нормально устроился. Совсем недавно. И пока мне здесь все нравится. И тебе советую, как старый товарищ, секс, секс и еще раз секс. От головы отводит реально. Кстати, могу посодействовать, но из гуманитарных побуждений.
Эй, ты что делаешь, дура? Совсем жить надоело. Да, надоело. Идиотка. Не нравится, сваливай. Да пошла ты. Теперь эту косточку. Чувствуешь что-нибудь? Да нет, Наташ, ничего я не чувствую. Напрасно ты стараешься. Мам, в медицине не бывает напрасных усилий. Упорство и терпение дают свои результаты, но позже. Ты увидишь. Да. Слушаю. Кто это, отец? Да нет, какой-то незнакомый номер. Ну, он может позвонить с чужого телефона. Наташа, я тебя очень прошу. Не надо с ним больше общаться, встречаться, разговаривать. Не надо, хорошо? Ты что, его любишь? Я? Ну, прости, я ляпнула. Наташенька, поздравляю, с завтрашнего дня можешь приступать к работе старшей медсестрой нашего отделения с соответствующим повышением заработной платы. Ого, ничего себе. А, Юрий Николаевич, простите, а вы ничего не хотите объяснить? Ну, а что объяснять, Инна Григорьевна? Наташа заслужила это своей добросовестной работой, а вас я неоднократно предупреждал о жалобах на вашу деятельность как со стороны коллег, так и со стороны пациентов. В общем, на вчерашнем заседании у руководства больницы было принято решение перевести вас в рядовые медсестры, а Наталью Анатольевну назначить на ваше место. Это значит, что я недобросовестная, да? А ничего-то, что я дольше нее работаю, я пашу как лошадь. А нужно как человек, Инна Григорьевна. Потому что мы работаем с живыми людьми, с больными людьми, и здесь нужен особенный подход. К сожалению, у вас его нет. Знаете что, я буду жаловаться. Я дойду до министра здравоохранения. Инна Григорьевна, я даже ни капельки в этом не сомневаюсь. Потому что склоки, интриги – это ваш конек. Однако это решение администрации больницы, и я не думаю, что оно будет изменено. Так что вот вам капельница. Наташа, пойдемте, я знакомлю вас с кругом ваших новых обязанностей. Прошу. Твари. Слушайте, как так быстро время идет? Уже выписываюсь. Вот последний укол. Что за сожаление? Это же хорошо. А может и хорошо. Наташ, ну как я буду без вас, а? Справитесь, Сорокин. Не знаю, не знаю. Слушайте, а может я к вам забегать буду? На уколы? Тогда я следующий. А, Наташ? Как ваши дела? Чуть лучше. А после уколов Инны Григорьевны как? Как когда? Я заметил, когда ваши смены совпадают, то и уколы помогают. А если нет, то все бесполезно. Я разберусь. Спасибо, сестричка. Я прошу прощения, а где у вас тут регистратура? Ну, вы прошли, это вот слева. Благодарю вас. Папа, это ты? Какой папа? Уши компотом промывай. Кто это? Это Лера. Какая еще Лера? Никакая. Чего звонишь вообще? Так ты же мне звонила. А, так это я по трезвяку звонила. У меня тогда настроение жесть. А сейчас я уже... Слушай, ты что, выпила? Какое тебе дело? Ну, выпила я полбутылки шампанского. Это даже не норма. Сиди дома и никуда не выходи. Я приеду к тебе после работы. Поняла? Нормально вообще. Она мне еще будет говорить, что мне делать. Наталья Анатольевна, вы не могли бы показать свою сумочку? Зачем? Поступил сигнал. Какой сигнал? О том, что вы, пользуясь своим служебным положением, выносите лекарства. Я? Да вы что?
Можно посмотреть вашу сумочку? Ну, конечно. Пожалуйста. Я ничего не понимаю. Да что ж тут понимать? Конец рабочего дня, основной персонал уходит. Можно этим воспользоваться, так, да? Но я ничего не брала, это не мое. А сумочка ваша? Моя. Ну тогда о чем мы говорим? Да, я, конечно, все понимаю. У вас мать инвалид, лекарства дорогие, но зачем красть? Я не крала, это ошибка какая-то. Ну какая ошибка? В вашей сумке нашли наркосодержащий препарат. Ошибки быть не может. Я не брала и не могла взять, ну никогда, ни при каких обстоятельствах. Ну ведь взяли. Ну вот они, вот. Да уж, а Юрий Николаевич так о вас отзывался. Пример вас ставил. А вы знаете, что больница может на вас заявить в полицию? Да? Ну не пугайтесь, не пугайтесь. Я же не зверь какой-то. Напишите заявление сегодня по собственному желанию. Ну так сказать, чтобы не портить трудовую книжку. Но это не я. Я догадываюсь, кто это. Значит так, Коноплева, я к тебе по-человечески. А ты, я смотрю, не понимаешь, да? Хорошо. Тогда сегодня же забираешь свою мамашу из больницы. На рецепции получишь счет за ее лечение. А трудовую заберешь только когда оплатишь услуги больницы. Ясно? Свободно. Родной мой, спасибо тебе большое. С меня Поляна. Но ты же знаешь, что я умею быть благодарной. Наташ, а почему такая спешка? Могли бы подождать до утра, Наташ? Всех выписывают. Привезли этих жертв наводнения. И я не помню, откуда. Тогда понятно. Только, Наташ, как мы? Я не знаю, мам. Но я сейчас обязательно что-то придумаю. Наташ, ну я со своим транспортом даже в такси не влезу. Наташ, это вы? Вечер добрый. Сорокина, вы что, так поздно, не в палате? Так все? Выписали? Вольная птица. Вечер добрый, я Виталий. Добрый вечер, Валентина Михайловна. Очень приятно. А вы, Валентина Михайловна, собственно… А мы не знаем, как домой добраться. Мам, я разберусь. Одну секундочку. Санек, алло, ну ты где? Да я полчаса тебя уже жду. Значит так, через минуту не будешь, я ухожу назад в больницу. И накрылась твоя Поляна, да. Сейчас все устроим. Сорокин. Виталий Леонидович. Или просто Виталий. Виталий Леонидович, не нужно. Мы доберемся сами. Наташ, для человека, у которого золотое сердце, золотые руки, мы все устроим сейчас. Можно телефончик? Это мой номер. Если что нужно, звоните. Или просто так. А вот и машина. Ну ты где, Орел? Ну так пробки. Валентина Михайловна. Сейчас я вам помогу. Ничего, подождите. Все в порядке. Опа. Девчонка отвязная. Сейчас, по-моему, совсем крышу снесло. Что? Я говорю, хватит, хватит. Пейте коктейль уже. Понятно. Пошли, пошли.
Артур Эдуардович, одну минуту, пожалуйста. Хочешь? Ты же ведь сейчас занят. Извините, тут документы подписать, просто пришли. Ну вот. А ты говорила, не доберемся. Видишь, мир не без добрых людей. А кто такой этот человек, Сорокин? Просто больной из моей палаты. И только? Он так для тебя старался. Ему нравились мои уколы. Симпатичный мужчина. Самостоятельный. Ты взяла его телефон? Дашь мне потом, хочу позвонить, поблагодарить его. Мам, не хитри. Но он старый для меня. Ничего он не старый. Я людей чувствую, он хороший. Почему же тогда отца не почувствовал? Администратор, живо! Да? Кто это? Опять отец? Ну сколько можно? Дай мне, я скажу. Алло? Здрасте, это Артур. Артур? Да. Какой Артур? Вы Леру знаете? А, Лера, да, да, я знаю. Вот, ей плохо, вы могли бы приехать сейчас? Ну, а как я доберусь? Поздно ведь уже. Ну, я вам вызову такси, адрес пришлите. Ну, хорошо, да, я сейчас скину адрес в смс-ке. Я вас только прошу, никакой огласки. Ты вообще заткнись, я с тобой еще разберусь. Это ты наркоту продал? Нет, не я. У меня тайкокса нет с собой. Это она принесла. Про кокс мы еще поговорим. Вообще оборзели. Давай делай, что она велит. Ей больницу нужно. Давайте мы это как-то по-тихому решим. Не надо в больницу, мы ее домой отвезем. Вот деньги. Уберите свои деньги. Ну с кем она останется дома? Со мной, с вами. Я все, что нужно, привезу. Я не могу, мне домой надо. Я вас прошу, я вам такси оплачу. Хорошо. Где у вас тут руки помыть можно? Где руки помыть? Там, по коридору, налево. Это кто? Не знаю, какая-то Леркина подружка. Что-то не похоже. Лерка будет молчать. И западло от отца люлей получать. А с этим сестричкой я сам разберусь. Потребуется помощь. Будет помощь, вы же знаете. Помощь! С тёлками я всегда сам разбирался. Ты здесь все почисти. Нас многие видели. И лавочку пока. Закрой. Понял. Как ты? Чего не спишь? Все хорошо, детка. Ты как-то неважно выглядишь. Не хочешь рассказать, что случилось? Обязательно. Но не сегодня. Знаешь, что я тебе скажу, Наташа? Человеку в этой жизни никогда не бывает ни абсолютно хорошо, ни абсолютно плохо. Чем мрачнее сегодняшний день, тем ярче будет следующий. Поверь. Ты меня утешаешь или себя?
Ну ладно, поздно уже. Мне ничего не нужно, давай ложиться. Тебе завтра рано вставать. Ответственная должность. Спокойной ночи, мам. Свете после передоза. Это все ад. Кстати, знакомая местность? Ты ведь трупом уже была, а? А? На. Третий раз тебе так не повезет. Менты знают. А что надо? Откуда? Это все. От верблюда. Симпатичного такого. Наташей зовут. Так это она меня спасла? Это я тебя спас. Между прочим, потребую за это конкретную плату. Давай колись. Где ты нарыла эту медсестричку? Есть одно местечко. А? Ну ты что, на нее запал? О! Ревнуешь. Значит, жить будешь. Прикольная она эта, Наташа. Слушай, ты не против, если я возле нее потрусь, а? Да без проблем, только у тебя ничего не выйдет. Забьемся? Если я выиграю, ты мне отдашь свою тачку. А если проиграешь? Я выиграю.